Цивилизация – уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями — те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Всем привет, с вами канал AliGame, Let's Play Rock, это Dying Light 2. Посмотрим, что игра для нас приготовила. У нас будут великие приключения в обреченном городе зомби. Погнали, короче, приключения. 2036 год. Через 15 лет после падения. Как там стало известно, тут новые события произошли. О, вот это уже интересно. Мы куда-то бежим. Возможно, это не мы. Возможно, это кто-то другой бежит. Но ясно только одно. Идет какой-то марафон. Так. Ух, ни хера себе. Ты посмотри, какие прям... Зомби-сплинтеры. Спринтеры. Нет, спринтеры, да. Сплинтеры. Крысиные зомби. И сейчас тут Донателло такой вылазит. Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но у нас здесь еще и полная озвучка. Бедный пилигрим, считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Так, отлично. Путь пилигрима, новая сюжетная задание. Ага, прикольно. Слушай, как тут все прям... Круто было. Итак, используйте VS и AD, чтобы перемещаться. Я понял. Вот перемещаемся. Смотри, действительно работает. Я так полагаю, нам нужно вот к тому мужичку. О, смотри, какие тут виды. Чувствую, игра будет красочная. В принципе, первая тоже была красочная. Но это еще красочнее. Посмотри, какая трава. Трава прям трава. Зеленая зелень зеленит зеленую зеленью. А мы тем временем пытаемся понять, куда надо идти. Но у нас есть вот, смотрите, что-то вроде маркера, GPS-маркера, по которому мы будем бежать. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть, нажали. Так, тут еще раз пробел. Я помню эти растения, они нам подсказывают, что здесь можно в этом месте ухватиться. Хотя, как игра первая часть показывала нам, ухвататься можно везде вообще. И за все, что хочешь. Хочешь за выступ хватайся, хочешь за вступ хватайся. В общем, очень хватательная игра была. Здесь у нас что? Здесь у нас все. Здесь у нас есть, я помню, здесь коварный такой момент. Во всех играх вроде бы кажется, что высота... Слушай, я напрыгну вообще, у меня... Ух, смотри,
В этой игре есть ноги. Спасибо тебе, создатель. А то в большинстве игр ног вообще на самом деле нет. Такое ощущение, как будто с ногами везде в дефицит какой-то. Итак, стандартный подход с подхваткой для рук. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Ну, пойдем. Так, дойдем. Мы встретили Эйдена, с которым долго не виделись. И мы куда-то идем. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь, и все еще жив. Так, посмотрите, до уступа прыгнете, ага. Ну я-то охуел. О, ну ни хрена себе. Сколько пафоса. Без шуток. Мне б твою энергию. Слышал чего, Джей? После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гейт? Через Бэйнс. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Смотри, Эйден. Здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Быстрее. Жизнь. Осмотрись. Если повезет, сможем найти ромашку. Так, значит, у нас есть задание пилигрима. Собрать мед и собрать ромашку. Я так полагаю... Да, это было очень легко. Я думал, сейчас будет какая-то борьба с зомби-пчелами, но на самом деле вообще ничего и не произошло. Теперь нам нужно найти ромашку. Понять бы, как она выглядит. О, смотри, Q. Q из старой школы работает. Это сканер, да. Чутье, зрение, чутье, или как это там называется. Смотри, сколько тут ромашки. Прям можно заромашиться. Все, что хочешь, смотри, очень много ромашки. Пока нам непонятно, для чего нам мед и ромашка, но таково задание. Может быть, мы занимаемся собирательством. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка – это дары природы. Угу. Смешай их, используй. Если повезет, вылечит. О, прикольно. И как нам это сделать? Короче, мед и ромашка – это у нас лекарство. Ох ты, да. Создать. А что я пытаюсь создать? Оно не создается. Создать и что? Продолжить. А, вот, продолжить. Как все запущено. Так, здесь хранятся все ваши компоненты. Читайте описание компонентов, чтобы узнать, для чего они используются и где их найти. Прикинь. Тут, короче, еще придется читать. Так что, если вы, читать это не ваше, боюсь, вам будет сложно. Можно даже, может быть, не играть, потому что если тут, все. Тут, понимаешь, тут все на чтении завязано. Тут надо читать, изучать. Если ты не читать и не изучать, то ничего не создавать. Вот. Итак, у нас что? У нас здесь есть мед ромашки. Итак, начинаем создавать мед ромашки. Всего одну штуку лекарства создали. А, ну потому что у нас всего один мед был. То есть здесь, логично, да. Один мед, одна штука, одна лечилка. Вы создали какое-то лечение. Путь пилигрима, задание Шустрый. Обновилось. Следующее, следуйте за спайком. Я думал, следуйте за спайком, да. Все-таки за спайком. Итак, следуем за спайком. Ух ты. Тут, походу, дорога была, как все заросло. Какое-то здание. Ну вот, заходи. Да не вопрос, я с радостью. А, даже так? Ну давай зайдем. Просочился прям в эту дырочку. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какое-то заброшенное здание. Ха, уютное гнездышко. Главное, тихое. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Так, ищем другой вход. Здесь нам не забраться. Это явно задача обновлена. Попробуем обойти здание. Коль здесь есть проход, значит, сюда нам, собственно, и нужно идти. Интуиция мне подсказывает. А вот и другой вход, наверное. Так, присесть. Присели. Все, мы внутри. Главное, чтобы здесь, в этом месте, куда мы внутрь прошли, не было никаких зомби. Ага. Дверь не открывается. О, аптечка, смотри. Пусто. Пусто. А было сиреневенькое, да? Сиреневенькое было, чтобы, наверное, может быть, где-то что-то. Но тут что-то там ничего. Поэтому мы все же идем дальше и начинаем стандартную ничего. Программу поиска. Полезных всяких штук, всяких хлам. А это что? Исследование. Посмотрите-ка, исследование. Какие-то исследования. 5 years later. 5 лет назад какие-то были исследования, но какие нам ничего не сказали, потому что непонятно. Вечеринка.
Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. То есть в тот момент, когда началась зомби-заварушка, здесь проходила, судя из истории, какая-то вечеринка, но... Здесь ничего. Для вечеринки как-то здесь пусто, я смотрю. Тут что, есть много бутылок, вечеринка с молоком, что ли, была? Молочная вечеринка, да? И какие-то квадратные сахар, молоко, наверное. Походу, это сахар-молоко сгущен... у них сахарная пати была, я понял. У них прям тут жопослепательная вечеруха, я понял. Это прям, я не знаю, пати диабетиков перед спиной. Что-то я зашутился. Так, заходим, и что мы видим здесь? Пошла какая-то катсцена. Да ну нахер! Какого? Крыса! Живая, прикинь. Да, крыса. О, это в смысле, там дверь была заперта. Пора прощаться. А как ты открыл Почему? Дверь? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку, начинаешь о ком-то беспокоиться, пора валить. Нормально так. Сам меня сюда привел и сам уходишь вообще такой. Как будто я тебя сюда привел, да? Так и скажи, что моя компания тебе не радостна вообще. Это потому, что я просто, пока ты там стоял, много вещей собрал. Ты, наверное, обиделся, что не ты, а я, да? Ну, то такое бывает, да. Кто первый зашел, того и нашел, да. Вот, поэтому мы двигаемся дальше. Дверь у нас открыта. Пока непонятно, как он это сделал, но ясно только одно, что здесь, ух ты, здесь огромная комната. Исследуем. Каким на вкус было вино раньше? Винным. Так, что у нас здесь? Пластинки. Who do you voodoo? Что-то знакомое. Вот знаете, вроде бы как 2036 год, если это 15 лет назад произошло, да, то... Что здесь происходит? Почему здесь все напоминает какой-то, я не знаю, 18 век? Смотри, пластинки слушали, старый какой-то магнитофон, вообще, ну, колонки допотопные, вентилятор, посмотри, что это такое за вентилятор такой. Вентилятор вообще видели, гитара. Как-то все очень странно, очень прям странно. И это называли искусством? Так, идем дальше. Идем дальше, что у нас здесь? Мы не идем дальше туда, куда нам нужно идти. Мы идем дальше туда, куда мы здесь, чтобы все исследовать, потому что тут очень много вещей. Так, играть мы точно не будем. По-любому сейчас надо будет... какая-то тоже будет штука, но я не хочу отвлекаться. Нет, на эти вещи. Лучше происследовать все здесь возможное, что можно исследовать. А здесь что? А здесь заперто, да? Отперто! Ух, нихера себе. Жесть. Вот, походу, вечеринка. Sorry, Dave, goodbye. Прости, Дэйв, прощай. Правильно там? Правильно, да. Как грустно. Согласен. Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Жесть. Эйден, я гляну, что наверху. Давай. Смотри сад. Лады? Лады. Что, он сказал смотреть зад? Но я не могу осмотреть свой зад. Может, мне какой-то другой зад нужно смотреть? А, нажмите Q, чтобы воспользоваться чутьем. Я нажал Q, чтобы воспользоваться чутьем. И пойду в соседнюю комнату. Пока туда заходить не буду, я пока здесь все смотрю. Потому что здесь есть еще предметы, которые я ранее видел, но не взял. Поэтому мы, собственно, вернулись для этих целей, чтобы взять то, что мы еще не успели взять. Так, он открывает дверь наверх. А мы тем временем пойдем сюда, потому что туда он еще пока не дает нам пойти. Поэтому будем здесь осматривать все. Нифига. Жесть. Слушай, такое ощущение, как будто они все разом умерли. Причем... смотри, здесь таблетки. Здесь таблетки. И здесь, смотри, у каждого возле тарелки таблетки. Они приняли...
они приняли большую дозу таблеток. Короче, это массовое самоубийство было. Они понимали, что они обречены, и чтобы не страдать, они все наелись таблеток. Она была классной. Это какая-то паскалка, смотрите. Мета... Осу. Надо будет потом загуглить, что это такое. Недаром он сказал про нее, что что-то она такое, что... А это кто? Это, видимо, эти ребятки. Ну да, похоже. Один в один. Жесть. Смешно, конечно. Точнее, грустно. Не подумайте. Грустно, конечно, но... Блин. Посмотри, сколько их здесь. Ну вот с оборудованием я не согласен. Вот вы хотите сказать, что эти диджей, которые что-то здесь мутил на старой виниловой пластинке? Какой-то год. Какие-то люди. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка. Час. Блин, как этого чувака зовут-то? Настолько запоминательный, что не могу вспомнить. Так, а здесь за что? Давай вот сюда вот куда-то пройдем. Здесь где-то что-то было, куда что. Но походу ничего, да, ничего. Я не могу зайти туда. Так, а ты находишься наверху, да? Давай попробуем здесь залезть. Так, я пришел. Присядь, брат. Спайк, точно. Для тебя. Ух ты. А, да. Подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто Жесть. Знал, что конец мира может быть тихим? Да не просрочку пьют. Пока не наступит ночь. Верно. Да еще и теплую. Жаль, Краин этого не видит. Кто? Неважно. Кто-то знатно удобрит лес потом. Слушай, я выследил того действительно парня. Красиво. Какого? В смысле? Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она да. поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Ага, запомнил. Свяжись с ним. Окей. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я?
Ну, ты исключение. Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Глаза? Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Точно, видишь, я угадал. Огромные. Я знал, прекрасные. Что ты так скажешь. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю, однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. А этот вальс? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Я понял. Окей-доки. Итак, редкая одноручная дубинка, грязная битва. У нас теперь есть оружие. Доберитесь до радиовышки. Путь пилигримам. Пообщавшись со своим давним другом, мы отправились дальше на поиски приключений, вышки и радиостанции на частоте 140 и 200 МГц. А GPS-трекер нам в этом поможет. Как удобно, что не нужно постоянно жать на Shift. Удерживайте так, чтобы узнать текущую цель. Так, доберитесь до радиовышки. Есть. Я так полагаю... Есть 2 пути. Вниз аккуратно спуститься и прыгнуть. Да чё, Стас, 2. Давайте прыгнем. Эх. Отлично. Так, нажимайте V и S для плыть. Нырять пробел. А C, чтобы что? C погрузиться. Всё, пробел, чтобы всплыть. Так, усвоили. Итак, мы пришли к какому-то домику. Тут есть какой-то костерчик. Вещички. Лучше заниматься собирательством, да почаще. Потому что в этой игре, еще помню по первой части, чем больше ты соберешь, тем больше у тебя будет всяких штук. Кусаки. Ага, кусаки. Так, нажмите в этот левую кнопку мыши, чтобы... А, вот, нанести удар. Итак. Я помню, что пинок хорошо помогал. И он здесь работает. А ну-ка, можно его... Смотри, его просто можно запинать. Охрененно. Круто. Раньше пинок только пинал. А сейчас пинок еще и встречь может. Отлично. Ну, это, в принципе, логично. Почему бы пинком не запинать зомби? Хотя, с другой стороны, зомби ж нельзя запинать. Почему? Потому что ему нужно повредить... смотри, какая-то дубинка. Саново дрыща! Нихера себе, ты скрытная тварь! Охереть! Охереть, я обосрался, я действительно... Вот это ты, короче, бесшумная вообще вонючка. Я тебе кричу вообще, что это было. Прикинь, вот так вот, пока я там, значит, палочку подбирал. Он, значит, сзади в мой туннель метил. Ух ты, смотри, короче. Все? Или еще?
Нет, уже все, походу, да, уже все. Итак, куда здесь везде вообще пчелы? Пчелы, я тебе говорю, здесь доминирующая форма организма. Прям куда ни сунь, вся везде, значит, эти пчелы. Так, я думал, в лодке что-то будет интересное. Ну, типа, подожди, спрятали, типа, что-то такое прям клевое. Но тут ничего нету. Мы заходим дальше в помещение. В помещении что мы видим? Мы видим запертую дверь. Сюда нам не нужно, потому что туда нельзя пройти. А раз нельзя пройти, значит, точно не нужно. Здесь мы какой-то подобрали мусор. Здесь что? Здесь шкафчики. В шкафчике куча всяких предметов. Дальше. Здесь ничего нет. Значит, можно идти. Я смотрю, что-то есть еще. Вот здесь вот что-то есть. Что-то мы потеряли. Что-то мы упустили из виду. И мы это подобрали. И двигаемся дальше. Дальше навстречу приключений. Итак, что у нас? Нам нужно забраться наверх. Вот на эту высоту. Ух ты. А как это? В смысле? Ух ты, ты успел, он успел все-таки нас атаковать. И как это получилось так? Почему вот как раньше нельзя его, допустим, добить лежачего? Да, помните, когда мы его били, он падал, можно было крошить черепа, чтобы не тратить лишний раз свое оружие. Так, здесь что? Я так полагаю, можно забраться... Можно забраться вот так вот. Ух ты, а действительно можно забраться, да? Я так полагаю, дальше вот так вот. Подтяжка, еще подтяжка. И мы здесь, мы наверху. Хватаясь за уступы, вы можете подтянуться. Ну, это логично, это же уступы. Так, здесь ничего нет. Тут тоже. И мы добрались до туннеля. Я помню, что туннели – это такие переходы раньше были. Переходы в новую локацию. И туннели кишили. О, да. Они прям кишили всякими тварями. В принципе, как и здесь. Давайте присядем, чтобы идти по стелсу. В какой-то степени это должно сработать. Потому что... Если мы будем шуметь, а мы будем шуметь. Смотри, как их много. Как много. И все, да? Больше, ну, ничего мы не смогли сделать. Просто кинуть этот предмет. Так, ромашки. Не отвлекаемся. Ромашки, мед. Это все нам нужно. Это все нам полезно. Кстати, да. Давайте задействуем первую нашу аптечку, которую мы сделали. И сделаем еще. Я думаю, что мы очень много взяли уже вещей. Поэтому можем создать. Да, сколько мы можем создать? Да мы-то фига можем. 3 аптечки целых. В смысле? Алло. 3 меда на 1 аптечку? В смысле, да вы гоните? Как это? Ладно, хорошо. Пусть будет так. А почему? Я думал, ну, в смысле, 1 мед, 1 аптечка. Я уже до хера меда собрал, а тут в итоге получается, что вообще не так, как получается. Хорошо, раз не получается, ну, будем экономить, будем стараться не подставляться. Так, двигаемся дальше. Пока все логично, пока все хорошо, пока все линейно, мы двигаемся, это хорошо, движение – это жизнь. Вот, поэтому пока мы двигаемся, мы живем. Если мы остановимся, то может случиться непоправимое, мы можем не жить больше, потому что это зомби-апокалипсис. Тут выживает тот, кто двигается. Вот почему он автоматически не фокусируется на бревне? Что такое? Вот это уже минус. В прошлой игре «Сан Аватрич». Надо было, можно было не, ну, в смысле, не напрягаться, он сам автоматически на это бревно запрыгивал. А здесь, я смотрю, усложнили ситуацию, да, то есть здесь нужно прям четко попасть в бревно и остановиться. Это прям вот, это уже прям опасная такая нотка была, да, получается, что мы можем не допрыгнуть, можем а если это будет на огромной-огромной высоте, тогда что делать? Это получается только все, разбиваться нам. Это не есть хорошо.
Так, ага, здесь сюда что? Это я помню, да. Это трос. Сейчас мы прокатимся, дойдем. Так, чтобы спуститься по тросу, прыгните и нажмите пробел. Это мы уже сделали заранее. Вот это очень поздно подключаются эти подсказки, которые должны нам заблаговременно говорить о том, как здесь что и почему. Но почему-то они вот вообще и никак. Поэтому приходится догадываться самому, после чего включается какая-то вот режим. Пошел отсюда. Да. Вот думал, я испугаюсь, но я его сам испугал. Так вот, бревно, смотри. А здесь, а вот здесь автоматически. Ух ты, что-то там жмякнулось. Я не смог обратить внимание на то, что там жмякнулось. О, у вас новое достижение. Новое достижение. Вы повысили уровень мастерства паркура и получили первое очко навыков паркура. С ним вы сможете разблокировать свой первый навык паркура. Так, нажмите Enter для продолжения. Высокий прыжок позволяет вам достигать до более высоких уступов, когда вы зажимаете пробел во время прыжка. Наведите указатель на значок навыка, чтобы прочитать его в описании и знакомиться с требованиями. Теперь, значит, нажмите вот эту левую кнопку. Отлично. У нас повышена высокая прыгучесть. Мы теперь можем достать... Еще чуть-чуть. Да я понял, что чуть-чуть. Смотри-ка, главный герой с нами общается. И что теперь? Теперь мы можем прыгать очень высоко. Мы теперь прям кенгуру среди паркура. И постепенно мы наблюдаем, что у нас наступает ночь. А ночь, помните, что ночь это очень плохо. Когда наступает ночь... Уже темно. Да, я понимаю. Давай найдем пристанище на ночь. Давай найдем пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Так, почему нет? А вот и дом, смотри. А нам как раз-таки внутрь. Смотри-ка, заперто. О, вот, смотри, наверное, сюда. Да, как в прошлой игре. Там тоже надо было открыть какой-то сарай. Какой? Не охренеть. Нет, в смысле, ну, давай. Давай, открывайся. Да ты гонишь, хоми. А ты еще кто такая? В рот мне ноги. Ого-го! Это что за херня? Ну нахрен! Итак, что это? Основы боя. Некоторые враги используют мощные атаки, которые наносят огромные уроны, могут сбить вас с ног. Когда враг собирается задействовать мощную атаку, индикатор здоровья начинает мигать красным. Уклоняйтесь, чтобы избежать удара. Чтобы совершить уклонение, нажмите пробел, двигаясь назад или в сторону. Нихера себе! Как все сложно! Я понял. Я валю отсюда нахер. Это лучшее уклонение. Нихера. Да я тебе сейчас засажу по самые помидоры. Срань ты маленькая. Уклонение она. Уклонись ты хренов. Я тебе сейчас уклонюсь. Нет, все, я побежал. Маме. Срань, ты срань. Куда она делась? Так, я понял. Лучшая тактика – это вырубать по одному. В толпе – это специально. Видите, площадка. Площадка нас будет специально выбивать. Итак, значит, как мы и решили. Ух ты! Давай же. Ух, в смысле? Да ты охренела! Да это читерство. Она прыгнула сквозь дом. Как это? Подожди. В смысле? Алло! А теперь куда она делась? Ты видел? Она прыгнула сквозь дом. Что за херня? В смысле? Не, серьезно. Мы спрятались за дом, она была здесь, она прыгнула сквозь стену. Мы ее прикончили, посмотри. Охренеть. Парфюм с нее достали, образцы мутагентов, редкий трофей зараженного. Охренеть. Да иди ты.
Да. Охренеть. Вы вонючие. Чуть не сдох. Согласен. Итак, что у нас здесь? Радиостанция должна быть где-то здесь. Сейчас найдем. Блин, пока вот не встанешь в нужную позицию, нихера двери не открываются. Нет, чтобы сделать какой-то автоматический центратор, я не знаю, как это назвать. Я не знаю, там, сбороминатор какой-нибудь там автоматический, чтобы ты такой, типа, подошел, и типа все, и типа нормально, и типа он сам такой пристроился, как нужно там пристроиться. Офигеть. А почему замки снаружи, а не внутри? Ну, типа, было бы логично, если бы замки были снутри амбарные. А то это получается, знаешь, такой, типа, ты заперся от кого-то, а тот кто-то такой, ну, заперся, ну и хорошо, мы тебя запрем тоже там. И раз таки и заперли тебя, и все. Смотри, какие-то следы. Какие-то следы, но мы пока, короче, следы трогать не будем. Мы пока тронем вот это вот все, что здесь плохо лежит. Тут кто-то живет, походу, или жил. Ну, какой-то собиратель, я так полагаю. Возможно, да, смотри, выход через верх на улицу. То есть дверь закрыли, но балкон открыт. Заходи, кто хочет, да? Смотрим следы. Кто-то их трогал недавно. Посмотри просто на размер этих ток. Просто посмотри на размер этих ток. Его сдвигали. Да ну нахер, серьезно, его сдвигали. Тут ладно, понятно, что попробуем. Его сдвигали. Ладно, давай попробуем двинуть там. Эх, пошла, хорошая моя. Есть, смотри, тут щели трещина. Есть, зашли. Вот она, радиостанция. Радиостанция, надо, да. Запустим генератор. Сейчас запустим генератор. Так, сигареты продадим. Так, давай, дубиночка. Вот радиостанция. Не как работает. Он говорил? Нужно ее запитать. Так, нужно запитать. Ага, вниз двигаться нужно. 140, 14. 114 на 200 герц, да? Не, 140 тысяч на 200. Не, 440 на 200 герц. Мегагерц. Да, 140 на 200 мегагерц. А, собственно, да, мы же хотели поднять вот эту решетку, чтобы сюда проникнуть, но мы не смогли, потому что нас застали врасплох. Три веселых человечка. Так, давай, заводись. Отлично. Да будет свет. Да, заиграла музыка, зашумели различные шумы, и мы привлекли колоссальное внимание. А, подожди, вот это что? Почему бы... Мы можем взять это? Нет, мы не можем взять это. Да отвисни, что ты прилип? Что ты цепляешься за все? Ох ты, что вы взяли? О, сабля какая-то, прикинь. У нас теперь какая-то сабля-топор. Топора-сабля, топора-сабля. Саблятор. Пр. Короче, какая-то палка и кусок заточенного металла. Итак, вы только что открыли первую безопасную зону и получили новую точку возрождения. Во всех безопасных местах есть УФ-свет, там вам ничего не угрожает даже ночное время. Кроме того, в каждом безопасном зоне есть место для отдыха, с помощью которого вы можете менять время суток и тайник Эйдена, где можно оставить лишнее. А прикинь, тут можно оставить можно лишнее. Так, радиостанция, поехали. Да, согласен, давай, поехали. Итак, 659, а у нас 140 на 200 герц. Это Эйден. Прием. Кто-то искал пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Но тебе же сказали до утра. Хватит. Пора спать. Утром снова попробую. Какая-то карта, смотри. Вопросики. Томми. А прикинь, если это карта с секретками, а мы, короче, сейчас просто на нее смотрим, мы думаем, что это шедевр какого-нибудь аниматора, ну или как их называют там, дизайнера, художника. А все равно ничего не запомним.
Фейден. Мы убегаем или как? Что, сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Живо. Что-то какое-то странное здание. Вроде как показывает прошлое, да, но при этом смотрите, в каком состоянии стены, грязные полы. Все хорошо. Все как после апокалипсиса. Смотри, все лысые. Жди здесь. Не только мужик с волосами. Это очень странно. А, нет, девочка тоже волосатая. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. 12-346? Мы должны были отвезти пациентов в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Слушай, это какая-то получается, что это лаборатория, а мы что, подопытные? Ну, судя по всему, да. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Офигеть. По прыщам? А, вот кого он ищет. Это его, походу, сестра. Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Вот кто такой Вальц. Это врач. Закрой глаза. И мы его ищем, чтобы он нам дал ответы на наши вопросы. Видимо, нас разлучили. Ну, собственно, да, потому что я никакой Мии рядом с собой не вижу. Поэтому мы ищем Вальца, чтобы понять, что это было, где мы находились, огонь! Где Мия. В лаборатории! Ага, меня усыпили. Произошел пожар. Походу, все убежали. Или нет? Иди сюда! Мия! Нет, убежали. Походу, да. Круто. Ну, это многое объясняет, кстати. Это многое объясняет. Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Итак, что бы выяснили, ребят? Вы выяснили, что у нас что? Что у нас тут была история какая-то. В детстве у нас была сестренка Мия, я так полагаю, что это сестра его, и мы были какими-то подопытами. И Вальц это был некий доктор, который делал или проводил какие-то эксперименты над нами. Собственно, теперь понятно, зачем мы ищем Вальца, и зачем, и кто такая Мия, и зачем мы ее тоже ищем. Все, все ясно стало. Итак, попробуем. Как нам говорили на рассвете, 140 до 200 мегагерц. Связаться с кем-то. А с кем мы связываться будем, я не знаю. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140 и 200 мегагерц. Прием. Эйден. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Да, что-то мне так не показалось. Я хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь?
может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. А давай. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Так все-таки карта настоящая. Ты же не делаешь это просто так. Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Да ну нахер. Я иду к месту встречи. Увидимся. Офигеть, вот это здесь виды. Посмотрите, как живописно. Посмотрите, как красиво здесь. Это, о боже. Да, эта игра определенно покруче будет той, которая была ранее. Ну, это там предстоит узнать еще в плане сюжета. Пока я только вижу визуальную красоту, и мне нравится то, что я вижу. Очень красочно сделано, проработано. Да, не просто на грызисе сделаны все эти моменты. Посмотри, просто вообще прям это что? What the fuck, motherfuck? Посмотри, это огромный город за стеной. Круто. Просто посмотри на это. Просто смотри глазами сюда. Это круто, ребятки, это очень круто. Но найдем мы Мию и спасем ли этого мужичка в туннеле, и кто такой Вальц, ответит ли он на наши вопросы, мы узнаем в следующем нашем прохождении этой замечательной игры. А у нас на этом все, пока все, ждите следующих выпусков, с вами канал Олег Гейм, Let's Play Rock, увидимся, ребятки, пока!